Добрый вечер, дорогие наши любимые зрители. Мы очень рады вам. Ну, мы сегодня вот в нашем, я бы так сказал, изначальном классическом составе нашего трио, в котором мы записали нашу пластинку, вышедшую на лейбле Artbeat. Я хочу представить вам своих любимых музыкантов. Петр Ившин, барабаны. Алексей Заволокин, бас. Мы поиграем сегодня много разной музыки, преимущественно авторской, своей. Что-то будет с пластинки, что-то будет уже, может быть, из нового. Мы решили начать сегодня наш концерт с пьесой, которая носит очень такое кинематографическое название. Она называется «Солярис». Thank you.
спасибо большое. Мы сыграли следующую пьесу, которая вошла как раз в состав нашего альбома, записанного вот этим составом. Пьеса, которая называется «Прелюдия номер 2». Леша мне не дал сказать важную вещь, что всего прелюдий-то у меня как раз две. Если просто кто-то думает, что у меня много, целый цикл, у меня есть прелюдия номер 1 и номер 2. Вот это вторая.
Спасибо. Следующая пьеса, она своего рода посвящение одному из моих самых любимых музыкантов. Это пианист, гениальный совершенно, которого зовут Мишель Петручани. Я, наверное, этого пианиста слушал еще, когда мне
лет 7 или 8, и до сих пор вот им восторгаюсь и очень люблю. И несколько лет назад я написал пьесу, которую просто так и назвал «Мишель». Thank you.
Сыграть пьесу, которая была и записана, и написана достаточно давно. Она была записана на нашем альбоме дуэтом вместе с человеком, именем которого назван этот клуб, с Алексеем Семеновичем Козловым. Мы вдвоем сыграли вот эту пьесу. Как-то вот в то время, почему-то именно вот так я ее видел в такой версии. А совсем недавно... Вернее, конечно, это было очень давно, но мне показалось, что недавно я решил ее сделать для трио совершенно в другом варианте. И пьеса, которая на пластинке называлась «Friends», «Друзья», честно говоря, сейчас мне не видится с этим названием. И я не решил, как ее еще назвать. И, в общем, сегодня эта композиция прозвучит пока без названия, но... Ну, главное, что она прозвучит.
Спасибо. Мы хотим в заключение нашего первого отделения сыграть еще одну недавнюю пьесу, которая называется «Отражение».
Алексей Завалов, бас. Петр Лещенко, барабаны. Меня зовут Дмитрий Лукин. Спасибо, друзья. Мы сделаем маленький перерыв и к вам вернемся. Спасибо. Дорогие наши друзья, мы продолжаем наш концерт. Сейчас мы сыграем пьесу, которую, как ни странно, давно ее не играли. Как-то уже в последнее время и не играем, хотя именно ее именем и названа наша пластинка, которая называется и пьеса, и пластинка «Никитский бульвар». Ну вот очень хорошие друзья наши очень просили меня сегодня сыграть ее, мы решили, почему бы и нет. Поэтому сейчас мы сыграем заглавную пьесу как раз нашего альбома «Никитский бульвар». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это была также песня с нашего альбома, которая называлась «Танец звезд». Сейчас мы сыграем музыку немного другого стиля. Композиция, которая называется «Элегия». Thank you.
Спасибо. Ну и уже ближе к завершению мы хотим сыграть пьесу, тоже недавно написанную. У меня сложная, в общем-то, история, связанная с историей именно написания пьесы, потому что я ее хотел посвятить очень многим людям и не знал конкретно, потому что это отчасти композиция, которая посвящена моим многочисленным учителям музыки, да и не только. И поэтому я решил сделать такое собирательное название у пьесы. Эта композиция называется «Аура».
Спасибо большое, друзья. Нам было очень приятно играть для вас. Алексей Зимонов, Петр Ильич, Дмитрий Лукин. Спасибо, ждем вас еще.